3300 саженцев молодой сосны. Каждая – символ памяти и благодарности павшим за великую победу. Акция «Сад памяти» удивительна тем, что, обращаясь к прошлому, она направлена в будущее. Приобщая современные поколения к увековечиванию бессмертного подвига, акция призвана решать и экологический вопрос. ESG – Environment – окружающая среда, S – Social – общество, G – Governance – корпоративное управление. Три кита, на которых держится политика социальной ориентированности. И для T+, это один из важнейших ориентиров. ESG-повестка сегодня повсеместно становится определяющей в стратегиях развития российского бизнеса. Ответственность за свою деятельность перед обществом, корпоративность и максимальное снижение экологических рисков – это основа политики любой современной преуспевающей компании. Мы ориентированы на экологическую часть, как в части и развития своих предприятий с точки зрения сокращения выбросов, ну и, соответственно, с точки зрения сохранения природы, окружающей среды. Вот. Участвуем в различных акциях по высадке деревьев. Это немаловажная часть с точки зрения сохранения и приумножения лесного фонда Ульяновской области, территории Ульяновска. «Сад памяти» – не единственная акция, к которой Т+ активно привлекает своих сотрудников. Экологические субботники, расчистка берегов Свияги и Волги давно стали доброй традицией для социально ответственной компании. В этом году они как-то пришли к нам, захотели посадить эти насаждения. Соответственно, мы только рады. Как я уж знаю, что они хотят эти культуры каждый год обрабатывать, агротехнические уходы делать. И в последующем, в течение 5-6 лет – уже передать лесному фонду как лесопокрытую площадь. Готовность к долгосрочной поддержке экологических проектов подчеркивает важность данного направления для Т+. Акция «Сад памяти» – еще одно подтверждение верности компании главным принципам ESG-стратегии. 3000 маленьких елочек. Пройдет несколько лет, и здесь будет молодой лес. Новые легкие нашего региона. А значит, воздух станет свежее, а мир чище. Юлия Шагунова, Александр Кудряшов, Алексей Шишов. Улправда ТВ.